Члены счастливой семьи поздравляют друг друга. Поводом к радости стала победа в первом туре национального конкурса «Мерейлі Отбасы». Еще в апреле, подав заявку на участие, семья Утемисовых и не представляла, что завоюет титул лучшей семьи города среди 20 остальных семейных команд. Сегодня мы очень счастливы. Нам и в голову не приходило, что мы выиграем. Мы заполнили анкету, где подробно написали о нашей семье и тщательно готовились. Нашему счастью нет предела. Еще одной образцовой семьей назван дом бывшего летчика Бексита Кобжасарова, обладателя множества наград и медалей. Обе семьи победители многодетны. Если у всех членов семьи Утемисовых музыкальное образование, то Бексиитовы отдали предпочтение индивидуальному предпринимательству. Теперь победителям предстоит отстоять свой титул во втором туре. Это победители города. В июне состоится второй этап. В нем примут участие уже семьи со всех районов нашей области. Финал национального конкурса состоится осенью в столице республики Астане. Отметим, конкурс «Мерейлі Отбасы» стал традиционным и уже проводится второй год подряд. Главная цель конкурса республиканского уровня – донести до молодых супружеских пар значимость семейных ценностей. Алия Даулет, Нуржан Алтымбеков, информационная служба телеканала ОТРАР.